Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня хотела проверить мою девушку на верность. Я вам скажу только одно, это капец, что я узнал. Мне начали все покуда писать то, что Анетка мне изменяет. Ну, ребята, я только что, пока не знаю, зашел на аккаунт. Прямо сейчас мы почитаем ее личные сообщения, и если все будет хорошо, то тогда я ее прокачаю. Ну, а если нет, то тогда Анетка, пока-пока. Ну а вы, можно подписчики, прямо сейчас прожмите, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня, ребята, хотел бы вам разыграть M9 Bayonet Dragon Glass. Какой же это дорогущий нож? Вам надо просто поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. Ну что же, я вам всем желаю удачи, а мы начинаем. Вот мы и на аккаунте моей девушки, и прямо сейчас мы, ребята, узнаем всю правду. Я зашел специально ночью, дабы она спала и ничего не знала. Ну что же, первое, что вижу, у нее ник «Люблю ты». Кто это такой? Вариант номер один, люблю тебя. Вариант номер два, люблю, там, Таргл, Токл. Ну, возможно, это чье-то имя, я не знаю. Анетка, ты кого любишь-то, елки-палки? Так, смотрим дальше, ее профиль. В профиле все как обычно, клан Маслята, КД 0.96, то есть Анетка играет очень даже неплохо. В общей статистике 1.56, ну, прям мое почтение. И ее кто-то очень настойчиво приглашает в лобби, ребята, это меня настораживает. Так, ну что же, смотрим на ее инвентарь. Я сейчас смотрю, ну, скины, в принципе, так себе. Вижу легендарочки, вижу эпики, вижу рарки. Скорее всего, вот эти все рарки она выбила из кейсов. Так, дальше уже пошли наклейки. Вот эти наклейки уже стоят подороже. А вот теперь посмотрите, что пошло. Origin кейс, хэллоуинские стикер-паки, чарм-паки. Раз, два, три, четыре пары перчаток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ножей. А пупеть, ребята, откуда у нее все это? Анетка, кто тебе все это подарил? Я просто в шоке. Вот это Анетка богачка. Посмотрите на ее АКР, Трэшер Хантер, статрек. Анетка, кто тебе все это подарил? Ребят, я не знаю, мне уже становится страшно. У нее АКР, Трэшер Хантер, статрек с пауком. Откуда паук? Охренеть, вот это у нее инвентарь. Так, ребят, ладно, давайте не будем переживать, не будем волноваться, смотрим дальше. Клан. В клане, как мы видим, она в клане Маслята, в том же клане, что и я, ну то есть в моем клане. У нее даже солидерка есть. Так, ребят, у нее 61 тысяча заявок в друзья. А пупеть, Анетка, ничего себе популярная. Так, ребят, ну а теперь самое страшное, самое главное, это личное сообщение. Ну что же, давайте смотреть. Давайте смотреть. Кто-то пишет, люблю тебя. Подождите, люблю тебя, посмотрите. Кто-то пишет, люблю тебя. Анетке кто-то признается в любви. Так, ты кто такой? Я просто в шоке, ребят. Кто-то пишет, я люблю тебя. Так, так, что тут, что тут? Привет, привет, ку-ку, научишь меня играть? Это Анетка пишет, научишь меня играть? Он говорит, да. А тебе нравится вода? Он говорит, да. Анетка пишет, значит, я тебе нравлюсь на 80%, да? Оу, ну чё, идем гулять, привет, возможно? Как это возможно? Как это возможно? Как это? Анетка, ты чё? Обалдеть, я в шоке. Ладно, ребят, не кипишу, не волнуемся. Давайте спокойно посмотрим дальше, мне уже плохо. Так, подождите, я люблю кента. Пожалуйста, Анетка, надеюсь на то, что я думаю. Ау, 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 я люблю только кента. Фух. Не, ребят, мне плохо, мне реально плохо, фух. Вот это вот сообщение просто бальзам на мою душу. Она любит только меня, но все равно, Анетка, ты заставила меня понервничать. Пожалуйста, больше никогда так не делай. Фух, ребята, я уже испугался, это трындец. Фух, я люблю только кента, это самое главное. Ребят, я считаю, что Анетка реально, в принципе, прошла проверку на верность. Как я понял, все эти скины ей подарили просто подписчики. То есть, если мы видим ее историю продаж, просто подписчики потихонечку дарили ей голду. По 200 голды, по 300 голды. То есть, тут, ребят, все по-честному, все без обмана. Анетке реально подписчики просто давали голду. Поэтому, ребята, тут все чисто, все нормально. Поэтому Анетка прямо сейчас получает у меня прокачку на 10 кейсов. Я представляю, когда утром проснется, будет в шоке. Ну что ж, да, ребятки, в связи с тем, что Анетка прошла проверку на верность, я только что купил у нее скин, и прямо сейчас 10 кейсиков, и мы их, конечно же, откроем. Ребят, чтобы не говорили, что я балабол, вот профу купил реальный скин. Ну что же, полетели. Первый фуриус кейс, Анетка за тебя, за меня, за нас. Поехали, вот сейчас посмотрим, как сильно Анетка меня любит, такой скин выпадет. Анетка, ну елки-палки, ладно. Первый раз не залет. Так, давайте. Вот какой скин выпадет так сильно, Анетка меня любит. Ну что, ребят, поехали, поехали, поехали. И ей выпадает... Да ты прикалываешься, Анетка. Не, это трындец. Это просто трындец. Так, давайте еще раз. Давайте просто. Если Кента пока хороший мальчик, вот просто... Сейчас выпадает арканочка. Смотрите, вот если я хороший мальчик, выпадает арканочка. Так вот проклятие на М4 Pro. Не, это просто трындец. Это просто какая-то карма, какое-то проклятие.
Где нормальные скины, ребят? Я хочу керамбиты! Вот, Universe, Scratch, Dragonglass, Clove, ну хоть что-то. Так, давайте сделаю мега-секретный пуст на Universe, потом на M40 Wake, потом на M4 Pro, и сейчас, ребята, будет имба. Ну что, надеюсь, вы готовы? Я готов, выпадает UMP-45 Shark. Так, ребят, у меня только One Question, а что-то адекватное будет? Так, ребят, собрались. Давайте сейчас, не знаю, проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Dragonglass, хочу тебя, хочу Dragonglass. Так, ребят, и нам выпадает Dragonglass. Почти керамбит клоу. Так, я понял, это работает. То есть, чем больше проворачиваешь, тем больше шанс, что выпадет что-то хорошее. То есть, делал вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше. Делал вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И. Ребят, ща полюбасы керамбитик. Смотрите, секретный буст, он всегда работает. Ой-ой-ой-ой-ой, UMP-45 Shark. Блин, ребят, ну кажись перекрутил. Надо знать золотую середину. Так, ну чё, делал вот так, вот так, вот так. Дальше делаю вот так, вот так, вот так. И сейчас на M4 Pro делаю антибуст, чтобы он не выпадал. То есть кручу не вправо, а влево. Все, теперь M4 Pro не выпадет. Все, поехали. Эхалай, махалай, и Анетки Аркана выпадай. Так, Анетки выпадает эпик. Вот у меня такое ощущение, что не знаю, ну, Анетка какая-то проклятая. Анетка вообще ничего нормально не падает. Так, ребят, три кейсика. Последняя наша с вами надежда, пожалуйста. Я очень прошу, я хочу, чтобы Анетка утром проснулась и была в шоке от того, что ей выпало. Три, два, один, поехали. Я закрыл глаза, и я представляю керамбитик. Ой, блин, ребят, так, открываем и... Desert Eagle Red Dragon, да, я, конечно, ну, не это представлял. Ну шо, пацаны, давайте просто сходу, без всяких бустов, без лишних разговоров, просто открываем. И нам выпадает, как вы думаете, что? Выпадает UMP-45 Shark. И как обычно, справа две арканы было, и нам не единое. Так, ребят, делаю, давайте сделаю такой мини-буст просто на все арканы. Просто хочу на все арканочки, и сейчас полюбасу что-то выпадет. Ребят, я вот еще, давайте, хэштег керамбите конетки, и нам выпадает, ребят. Нет! Мы все просрали. Короче, Анетка, я тебе скажу так, в следующий раз я нормально прокачаю, но пока что, я думаю, тебе и так хватит. Это и так дорогой инвентарь. Но вы, уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой аккаунт и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. И, ребята, пожалуйста, перейдите по ссылочке в описании, там есть новый телеграм-майнер, при помощи которого вы можете майнить себе криптовалюту в телеграме. Все по ссылке в описании.